слушатели. Сегодня я хочу рассказать вам про одну ошибку, которую часто делают начинающие садоводы при выборе сортов яблок и груш. Обычно покупают целое дерево летнего сорта, например, яблок, груш. И что у нас получается через несколько лет, когда дерево вырастает большим? Огромное дерево летнего сорта, груш, яблок, которые даже большая семья не может съесть и переработать. В результате плоды раздаются соседям, родственникам, друзьям, лежат, гниют, закапываются. Что на самом деле можно с этим сделать? Как избежать такой ошибки? Я рекомендую покупать зимние сорта, которые лежат долго, хранятся по 3 месяца, и груши, и яблоки. И в зимний сорт привить один сучок или два летнего или осеннего сорта, который вам понравится. То есть вы выращиваете сначала дерево зимнего сорта и имеете в кроне большую ветку ранних сортов, летних или осенних. Одной большой ветки на семью, например, из 5 человек раннего сорта груш, раннего сорта яблок, типа белого налива, вполне достаточно. Этого хватит попробовать, поесть, и плоды не будут гнить и пропадать. Как это делается? То есть вы покупаете просто зимний сорт, который вам потом будет плодоносить и долго лежать, и в крону молодого дерева прививаете понравившийся сорт, который взятый у соседей, ранний сорт груши или яблони. Вот я могу показать, у меня есть грушка молодая в прошлом году. Сейчас будет видно. Вот я привил в крону. Это груша белорусская поздняя. И в крону я привил летний сорт груши. Вот какие побеги уже имеем. Вот здесь еще прививка. Видно, хорошо взялась. Все у нас, когда дерево вырастет, вот эта груша, сейчас покажу подальше, когда дерево вырастет, у нас будет несколько веток других сортов. Причем здесь я привел и летние, и осенние. Так что рекомендую пользоваться таким подходом, покупать зимние сорта, которые долго хранятся, которые можно есть всю зиму, молодого дерева привить летние и осенние ранние сорта, которые долго не лежат. Причем не обязательно это молодое дерево должно быть, никогда не поздно сделать это и на старом дереве, и точно так же через пару лет вы получите новые сучки ранних сортов, которые будете с удовольствием поедать. Все. Всем всего хорошего, до свидания.